Привет, это канал I Like Pet, я Таня, а позади меня бегает пес Кей. Он крайне рад началу дачного сезона, ему так все интересно, теплицы, грядки, цветы. В этом выпуске мы расскажем вам о том, как уберечь ваш огород от собаки. Дачный сезон – радостное время для всех лающих. Можно вдоволь порезвиться на свежем воздухе, да еще и у хозяина больше времени на игры и прогулки. Правда, наслаждение собак дачным отдыхом не всегда вызывает восторг у их владельцев. Резвясь на огороде, лучшие друзья человека нередко наносят ему вред. Подрывают растения, сносят специальное ограждение для цветов, портят грядки. Как же уберечь огород от собаки? Давайте рассмотрим подробнее основные советы на эту тему. Совет номер один. Давайте вашему питомцу ежедневные физические нагрузки. Учите его командам, играйте с ним в активные игры, гуляйте с ним не только на даче, но и за ее пределами. Предоставьте собаке возможность направить свою энергию в правильное русло. Совет номер два. Разделите ваш участок на несколько условных зон. В одной стороне у вас пространство для собачьих игр, в другой – грядки, теплицы и цветы. Покажите собаке ее место и постарайтесь приучить питомца к нему. Не допускайте лающего друга в зоны с огородом. Ставьте специальное ограждение, чтобы собака не могла туда попасть. Совет номер три. Не оставляйте питомца надолго без внимания. Заранее придумайте для него интересные игры и развлечения. Обязательно привезите с собой на дачу любимые игрушки питомца. Выпуская собаку на улицу, старайтесь ее контролировать. Совет номер четыре. Будьте готовы идти на компромисс со своим животным. Учитывайте не только свои, но и его интересы. Например, есть породы собак, которые очень сложно отучить от постоянного рытья. Если ваш пес из таких, отведите ему специальное место для рытья на огороде, где он не сможет ничему и никому навредить. Теперь вы знаете, как уберечь ваш огород от собаки. Дело остается за малым – реализовать. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!